Now today, I'm wanting to talk about, wanting to start out by talking about Moses. Сегодня я хотела бы поговорить о Моисее. But before I do, I want to have you turn with me to Matthew 8. Прежде этого, давайте откроем восьмую главу Евангелия от Матфея. Now would you read verses 5-13 for them? It's the story of the centurion servant. Восьмая глава, с 5 по 13 стихи. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, как ты, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Now there are many lessons that can be learned from this passage. Очень много уроков можно взять из этого отрывка. But the one that I felt like the Lord wanted me to emphasize today. Но я чувствую, что Господь хочет сделать особенный акцент на одном из них. Is the connection between authority and faith. Это взаимосвязь между властью и верой. Having a proper relationship to those in authority over us. Иметь правильное отношение к тем, которые являются властью над нами. That's a testimony of our faith. Это свидетельство нашей веры. When I endure hardship and misunderstanding from either my government or my husband or my spiritual leaders. Когда я терплю какие-то неприятности или трудности от своего правительства или мужа или духовных лидеров. My response is going to say whether or not I have faith. То сразу же going to say how I respond is going to determine is going to tell you whether or not I really have faith. Мой отклик, моя реакция на все это покажет, есть ли у меня вера на самом деле. If I am confident that God will work it out anyway. Если я уверена, что Бог по-любому все это сможет I have faith. Решить, то у меня есть вера. If I start fretting and worrying and complaining, если я начинаю беспокоиться, переживать и жаловаться, I don't have faith. То у меня нет веры. And so as we look at the life of Moses over and over again, и когда мы смотрели на жизнь Моисея снова и снова, we are going to see some characters in our story that have great faith. И то также увидим некоторых героев в этой истории, у которых была вера. And we are going to see many more that don't have faith. И намного больше мы увидим тех, у которых не было веры. Remember a few days ago I talked about the complaining and the murmuring? Помните, как пару дней назад я говорила о том, что жалуемся, мы бурчим? That's not faith. Это не вера. Okay. Faith, yes, there is. Существует ли связь между верой и властями? Да, есть. Most of the people that are murmuring and complaining. Большинство жалующихся людей. Those are the ones that they were those of unbelief. Это те, у которых нет веры. And remember yesterday I said that the opposite of faith is unbelief. Вчера я сказала, что противоположность веры это неверие. And as we're looking at Moses's life. И жизнь Моисея. We want to be like Moses. Мы хотим быть такими, как Моисей. Now I have today and tomorrow to speak with you. И у меня остается сегодняшний день и завтрашний день на занятия. So I'm not going to be able to cover all of the heroes of faith that I would like to.
Поэтому я не смогу рассказать о всех героях веры, которых хотелось бы. But as we talk about Moses, also pay attention to Joshua and Caleb. Когда мы будем говорить о Моисее, обратите внимание также на Иисуса Навина и Халева. These are the guys we want to copy. Им мы хотим подражать. Moses, Joshua, and Caleb. Моисею, Иисусу Навину и Халеву. Okay, let's go to the beginning of Exodus. Давайте откроем начало книги Исход. Because like the centurion servant, we want to say that we have great faith. И потому что мы хотим сказать так же, как и сотник, что у нас есть много веры. Well, it wasn't really the centurion servant, it was a centurion. He had great faith. У сотника было много веры. Great faith. Большая вера. I want great faith. Я хочу большую веру. So let's just start with Exodus chapter 1. Первая глава, Исход. By this time, remember we left and the children of Israel were living in Egypt. И, как вы помните, к тому времени израильтяне жили в Египте. God had sent Joseph down to prepare the way. Бог послал Иосифа, чтобы он приготовил путь. And then because of the famine, his brothers, his whole family ended up in Egypt. И из-за голода затем вся его семья пришла в Египет. There were, verse 5, there were 70 people at this time, at that time. В то время было 70 человек, 5 стих. And then in verse 7 it tells us that the children of Israel were fruitful and they multiplied and they grew exceedingly mighty. В 7 стихе сыны Израилевы расплодились и размножились и возросли и усилились чрезвычайно. And the land was filled with them. И наполнилась ими земля-то. Then the king that had known Joseph died. И затем тот фараон, который знал Иосифа, умер. And the next pharaoh began to be afraid. И следующий фараон начал бояться. Now studies have shown that any place where God's people, Jews, are allowed to prosper, they do. И из опыта, из исследований видно, что любое место, в любое время, когда евреям разрешалось процветать, они всегда процветали. Even to this very day, an unbelieving Jew is going to be able to succeed, do well in his field, whatever the field is, more so than the other nations. И даже в наши дни неверующий еврей может преуспеть, достичь успеха в своем поле деятельности больше, чем кто-либо другой. Unless somebody oppresses them. Если только кто-либо со стороны, кто-либо не будет притеснять их. Because God has their favor, his favor is on them. Поскольку Божья милость, благосклонность к ним. Some of the statistics, there are a higher percentage of Jewish lawyers, doctors, musicians, the successful businessmen. If you're Jewish and you are not oppressed, you are going to rise to the top. И статистика показывает, что еврейские доктора, юристы, бизнесмены, успешные люди будут процветать, если только не будет притеснения со стороны. There is a higher percentage, like maybe 40% of the doctors are Jewish. Где-то 40% всех докторов евреи. But only 6% of the population is Jewish. Но всего населения земли только 6% евреи. God's favor is on these people. И Божья благосклонность к этим людям явлена. That's what's happening here. И это то, что происходит здесь, в этом случае. They're multiplying, they're being blessed, they're being prosperous. Они умножились, они процветают, они благословлены. And Pharaoh gets afraid.
И фараон начинает бояться. There are many people that I, Bible scholars that I have learned from. Я научилась от многих теологов, библейских ученых. That would say that Pharaoh is a type of Satan, is a symbol for Satan. Они говорят, что фараон символизирует сатану. And the world, Egypt is a type, a symbol for the world. И Египет символизирует этот мир. I think that's accurate. We can make that. Я думаю, что это так и есть на самом деле. So that the Pharaoh is the enemy. Фараон это враг. So he gets scared. Поэтому он испугался. And so his first thing that he decides to do is kill the male Israelis as they're being born. И что он решает сделать? Убить всех мальчиков. Now the girls can live. Девочки могут жить. But they want that he tells the midwives to kill the boy Israeli babies. Он говорит повивальным бабкам убивать всех мальчиков. It's interesting to notice. И интересно. That every time God is getting ready to send a deliverer. Каждый раз, когда Бог планировал дать искупителя, Satan will try to kill babies. Сатана пытался убивать детей. It happens here. Это произошло здесь. We see it in at the time of Jesus's birth. И также это было и во времена рождения Иисуса. Now that encourages me in one way, because I believe that what we've been seeing since the mid 1970s, where with the abortion, where babies are being killed, I believe it's because God's getting ready to do something very exciting again. И это, с одной стороны, меня ободряет, поскольку с началом массовых абортов, где-то с середины 70-х годов, это указывает на то, что Бог будет делать что-то значимое вскоре. Because there, when God wants to send a deliverer, all the, see, the enemy doesn't know which one, he did not know which Israeli baby was going to bring deliverance. И враг не знал, какой именно ребенок станет избавителем Израиля. He doesn't know everything. Он не знает всего. He didn't know which baby was Messiah. Он не знал, какой ребенок Мессия. He doesn't know everything. Он не знает всего. So he doesn't know how the next revival is coming either. Поэтому он не знает также, когда будет следующее пробуждение. And he can't stop it. И он не может остановить это. Hallelujah. Okay. Well, the problem with this plan that Pharaoh came up with was that the midwives wouldn't cooperate. И проблема, которая возникла у фараона, то что повивальные бабки не шли на сотрудничество с ним. Which since we started out talking about authority, that's this is one time where the government said do something and these women said no. Это такой случай, что правительство сказало что-то сделать, а эти женщины говорят: нет, не будем этого делать. There are times where an authority might tell us to do something that is totally against God's law. И возможно, власти могут сказать нам что-либо, что будет полностью противоречить Божьему закону. We don't get to obey the authority out of fear and then say it's not my fault, it's not my fault. И мы должны подчиняться властям из-за страха и говорить, что затем это не моя ошибка. There are sometimes we have to say no. Это не моя вина. Иногда нам надо будет сказать нет. And we have to be willing to accept the consequences. This is the important thing of submission. We have to be willing to accept the consequences of our disobedience. И очень важно, что в подчинении, очень важная концепция в подчинении, мы должны быть готовы, должны желать принять последствия. But they came up with a good excuse for Pharaoh. Yeah, они нашли очень хороший предлог для фараона. They said the Hebrew women are just so fast; they have their babies so much quicker. We can't get there in time. Yeah, они говорят фараону, но еврейские женщины так быстро рожают детей, что мы даже не успеваем прийти туда вовремя.
Now, probably not. We don't know. Probably not. They probably were, oh, it's a Hebrew woman. She's in labor. I will take my good time about getting there. I'll be slow in going. Ну, возможно, скорее всего, было так. Эти женщины знали, что... Те бабки знали, что женщины рожают, поэтому они думают, надо помедлить, немножко потянуть время, прийти попозже. So God blessed these women. И поэтому Бог благословил этих женщин. So then Pharaoh decides, all right, I'm going to go to the Egyptian people. Затем фараон решает, хорошо, я пойду к египтянам. And I'm going to tell them, you look, you keep your eyes on your neighbors. И скажу им, давайте, смотрите, присматривайте за своими соседями. And if one of those Israelis has a son, you cast him in the river. Если какой-либо из этих израильтянинов родит, у него будет сын, то вы должны взять этого мальчика и потопить в реке. This is one of the ugly things Satan has done through the generations, is to separate people, neighbor from neighbor. Это самое ужасное, что сатана сделал на протяжении многих поколений. Он отделяет ближнего от ближнего своего. And so, there's a man of the house of Levi. И поэтому там один человек из племени Левина. And we learn later that his name is Amram and his wife's name is Jochebed. Where is it said? That his name we learn in Exodus 6 that his name is Amram and Jochebed. Doesn't really matter, they just have interesting names. We do know their names. That's the main thing. Just tell them that we know their names. И позже мы можем узнать об их именах, как их звали. The main thing is that she gets pregnant and has a son. Она забеременела и рождает сына. And they could tell from the beginning that this son, there was something special about this son. И от самого начала видно, что что-то особенное в этом мальчике было. Now for 3 months she hid him. И скрывала она его 3 месяца. But then he got too big and it wasn't possible. И затем он подрос, вырос, и уже не было возможности такой. So remember what they were supposed to do was throw the babies in the river? И помните, что они должны были сделать? Они должны были кинуть детей, мальчиков в реку. So she did. Поэтому она так и сделала. Sort of, in a way. Типа. She made a little boat. Сделала небольшой кораблик. And she put the tar on so it wouldn't sink. Осмолила его, чтобы он не потонул. And she put her baby in it. И поместила своего ребенка туда. This is great faith. Это очень большая вера. This is great faith. Это большая вера. She's kind of obeying, but she's there's no way I'm going to drown my child. Ну, типа она слушается правительства, но с другой стороны, да, сейчас буду топить своего ребенка. And then she had his big sister go watch. И затем она просит свою дочь и его старшую сестру, чтобы она наблюдала за ним. Now the text isn't clear. We can't tell from what the Bible actually says. И в тексте это не очень видно, не сильно видно. Что имелось в виду? Whether she was doing this through, like from a word of knowledge that God had told her that this was going to work out that way. Либо Бог ей сказал это, чтобы она так поступила, и она уже знала, что это получится. Or maybe she knew that Pharaoh's daughter went there to bathe, and this was a conceived plan in her head. Либо она знала, где будет дочь фараона находиться, и она придумала такой план. Either way, she puts the baby in the water, big sister's watching, Pharaoh's daughter comes down to take a bath, and she finds him. По-любому, она ставит этого ребенка в эту смоляную корзинку, ставит в реку, приходит потом дочь фараона. And it's and she knew, Pharaoh's daughter knew, we can tell from verse 6, that she knew that this baby was a Hebrew. Дочь фараона знала, это видно из 6 стиха, что этот ребенок из еврейских детей. So, but she, for some reason, и по какой-то причине. Some reason she decided she wanted to keep this baby. По какой-то причине она решила сохранить жизнь этому ребенку. And then взять его себе. Here comes big sister Miriam. И затем проходит большая сестра Мириам. Let me get you a nurse.
Let me get you a nurse for the baby. И она предлагает услуги. Можно я приведу кормилицу для твоего ребенка? Now, if it were today, we wouldn't need a nurse. We'd just go down and get some baby formula and take care of it. Ну, сейчас бы нам не надо было никакая кормилица. Мы бы пошли в магазин, купили еду для младенцев и все. They didn't have that. Тогда такого не было. So you had to find someone who could nurse your baby for you. И нужно было найти кого-то, кто бы вскормил ребенка. So they took he got to go back home with mama. His own mother. He got to go back home and be with his own mother. Home or to? Home. Are you sure? Yes. И он возвращается домой вместе со своей мамой. То есть ребенок. His own mother nursed him. И его мать вскармливает его. Until he was able to be weaned. Weaned, taken off the breast. До тех пор, пока его перестали пеленать. And then Moses' mama takes him to Pharaoh's daughter. И затем мать Моисея приводит его к дочери фараона. Now remember, we said yesterday that it might be 3 years before he was weaned. He might be 3 years old before he's taken off the breast. И возможно ему было 3 года, когда его отняли от груди. Anybody can tell you, you can teach a child a lot in 3 years. И каждый может сказать вам, что очень многому можно научить ребенка в 3 года. I have a 3-year-old grandson. У меня 3-летний внук. He already wears cowboy hats. Он уже носит ковбойскую шляпу. He already wears cowboy boots. И уже носит ковбойские сапоги. And his favorite thing to do, he wears guns. Он носит пистолеты по бокам. He likes to go bird hunting. Ему нравится идти. Now we don't let him really shoot. They're just toy guns. Играть в охоту, как бы охотиться на птиц. And he already is learning how to play golf. И он уже учится играть в гольф. Just like his daddy and his granddaddy. Так же, как его отец и его дедушка. The reason I make this point is that Moses, even by age 3, would have been able to, they would have already learned a lot about his Hebrew family. И то, почему я это говорю, что к 3 годам Моисей уже должен был многому узнать о своей еврейской семье, своем народе. And so then he goes to Pharaoh's household. И затем он идет в дом фараона. Gets an awesome education. Получает замечательное образование. But he still knows he's a Hebrew. И все же он знает, что он еврей. And then the day comes where he's looking out. He goes to walk among his people. И затем приходит день, когда он прохаживается, прогуливается среди своего народа. And he sees an Egyptian beating one of his Hebrew brothers. И видит, как египтянин бьет одного из его братьев евреев. And something rose up inside of him. Что-то внутри него поднялось. Looks this way. Looks that way. Смотрит. Nobody's по сторонам. Around. Никого Nobody's нету рядом. Looking. Никто не смотрит за мной. So he takes care of it. И поэтому он решает этот вопрос. Kill the Egyptian. Убивает египтянина. But then somebody, wasn't this way, wasn't that way, maybe they were up there, we don't know, somebody saw him. И затем все-таки кто-то, не направо, не справа, не слева, где-то, может быть, с другой стороны, но увидел его. So when he goes to later to confront somebody who's mistreating a friend, he sees someone else that's mistreating a friend. И затем он разговаривает с кем-то, кто неправильно относится к своему другу. And he goes to say, no, you shouldn't do that. И говорит, вы не должны так поступать. And the guy says, what are you going to do, kill me too? И он говорит, ты что, меня тоже собираешься убить? And so Moses is afraid and he runs. И Моисей убоялся, он убегает. And Pharaoh finds out and Pharaoh's angry. Фараон об этом узнает, и он разозлился. Now let's stop and let's talk about this authority thing. И мы когда думаем о власти. Did Moses have the authority to execute justice at that point in his life? Была ли власть, были ли полномочия у Моисея, чтобы действовать таким образом в то время? No, he didn't.
него не было власти. No, he didn't. He was acting out. He was acting in his flesh. Он действовал по плоти. Out from under authority. И не подчиняясь власти. What we need to understand is our authority is our protection. И что нужно понять, что наша власть это наша защита. Did God want Moses to deliver the Hebrews? Of course. Хотел ли Бог, чтобы Моисей избавил евреев? Конечно. But remember the other day when Kirk was talking to you about the timing of God being in the right place at the right time? И помните, когда Кирк с вами говорил о правильном месте и правильном времени? That's part of us getting under authority. We have to wait for the right time. И то же самое в нашем подчинении власти. Мы должны ожидать правильного времени. And it's complicated. Это все усложненно. So we can't сложно. Do it without the Holy Spirit. И мы не можем это исполнить без Духа Святого. So Moses takes off. Моисей убегает. Runs, goes to Midian. Ends up staying there. Уходит Мидиан. Midian is a location. Мадианитянам идет, остается там. And ends up marrying a woman. Женится. And he's taking care of her father's sheep. И он смотрит, он пасет овец отца своей жены. And one day. И в один день. He looks over and he sees this bush. Он видит горящий этот куст. It's on fire. Который горит. But it's not burning up. Но не сгорает. That's weird. Это странно. He thinks, I better turn around and look and see what's happening. И думает, лучше бы мне повернуться, рассмотреть, что же это такое. That's strange. So he walks over to see. Поэтому он идет и хочет лучше присмотреться. This is one of the most famous supernatural encounters in the Bible. Это одно из самых известных сверхъестественных встреч, которые были вообще описаны в Библии. But understand, Moses at this point he didn't know it was God. И поймите, что в то время Моисей не знал, что это Бог. It didn't seem supernatural to him. Didn't? No, it didn't. He's like, that's just an interesting sight. That's a great sight. Why doesn't it burn? Для него это вообще не было сверхъестественно. Просто ему было интересно, почему он горит, не сгорает. He didn't look over and go, burning bush, must be God. Он не посмотрел на этот куст и, о, горящий куст не сгорает, наверное, это Бог. Oh, he looked over and said, burning bush. Куст горит. That's amazing. I think Интересно. I'll go look. Ой, надо пойти посмотреть. Then he goes and looks, and then God calls out to him. Он Moses. Он идет, смотрит, а потом уже Бог призывает его. If you can, let Holy Spirit show you these are real people. И пусть Дух Святой покажет вам, вот, что это реальные люди, это настоящие люди. Because some of our supernatural experiences don't come with neon lights saying, "This is God, this is God." И некоторые из наших сверхъестественных опытов не приходят с неоновым освещением, неоновым светом, указывающим, это Бог, это Бог. That's the casino that has the light saying, "Come here, come here." Это в казино вешают эти вывески, это объявление. Some of the most awesome experiences that you have with God that are supernatural begin that something just gets your attention. И одни из самых больших сверхъестественных опытов ваших с Богом начинаются с того, что вы просто обращаете на что-то внимание. Now then there's this dialogue that God has with Moses. И затем проходит этот диалог Бога с Моисеем. Okay, well, first thing I need to tell you, verse 5, where he says, "Take off your shoes." Из пятого стиха, когда Бог говорит Моисею снять с его обувь. Because this ground is holy. Поскольку земля эта святая. It's really important that we understand the concept of holy. И очень важно, чтобы мы понимали эту концепцию святости. I've struggled with this for most of my life, trying to understand what holy is. Большую часть своей жизни я постоянно боролась, постоянно пыталась понять, выяснить, что такое святость, что такое святое.
And there's a man that teaches in Denton, Texas. Where? Denton, Texas. Denton? Denton. Один человек преподает, учит в городе Денттон, в Техасе. His name is Dr. Robert Heidler. Robert Heidler его зовут. And he was writing a book. In one of his books, he described holy in a way that I could understand it. И в одной из его книг он описывает, что такое святость. So I want to share it with you. Он это описал, что я это понимаю. He said the idea of holy is special. Идея святости – это идея особенности чего-то. Frequently in a family, you will have your everyday dishes. Everyday the dishes you use every day. И очень часто в вашей семье вы используете какие-то тарелки, как бы ежедневные. And then you may have your special dishes. А затем также у вас лежит где-то отдельный набор посуды. You use those dishes for special occasions. Вы используете эту посуду на особые случаи, особые праздники. You treat those dishes with special care. И с особенным вниманием вы относитесь к этой посуде. For me, I have some dishes that belong to Kirk's grandmother. И у меня есть посуда, которая принадлежала еще бабушке Кёрка. I store them very carefully. Я с осторожностью сохраняю эту посуду. They do not go in my dishwasher. Я не мою эти тарелки в посудомоечной машине. We wash them very carefully. Очень осторожно мы моем эту посуду. We do use them. Мы их используем. For special family meals. Но на особенное семейное празднество. And we teach the children take care of these dishes. И мы учим наших детей, чтобы они с осторожностью относились к этим тарелкам. Now we have some other dishes that are so junky, I don't care if they break. И есть другая посуда, которая такие, как сказать, как даже если они разобьются, пойдут в мусор, мне все равно. Okay, understand. Holy is the special dishes. То святые, святость это особые тарелки, особая посуда. We're holy. Мы святые. Our God is so holy. There's not any God like Him. Что наш Бог святой, нету другого Бога как Он. That's why we don't take His name in vain. He's so holy. He's so special. Вот почему мы всуе не произносим Его имя. Он настолько особенный. He's not like anything else. Он не похож ни на кого-либо другого, на кого-либо еще. He tells us He's made us special too. И Он говорит нам, что нас Он тоже сотворил особенными. Now, if we have a Christmas dinner and we use our special dishes, they get dirty. И на наш рождественский ужин мы используем наши праздничные тарелки, которые, конечно, загрязняются. As special people, we can still get dirty. И мы, как особенные люди, мы также можем загрязниться. My special china that's dirty is still special. И моя особенная, мой особенный сервиз, который грязный, все равно он особенный. When we sin, we're still special. Даже когда мы согрешаем, мы все равно особенные. Because we're special, we want to get clean again. И потому что мы особенные, мы хотим почистить себя снова. And see, righteousness is the clean. И праведность — это чистота. Holiness is the special. Святость — это особенность. Holy, yes, святой, we are holy. Святой, да, мы святые. Righteous, when we accept the price that Jesus paid, he gives us His righteousness. Праведность, когда мы принимаем эту цену, которую уплатил Иисус, мы становимся праведными. But when I sin, но когда я согрешаю, although I'm still holy, хотя я все еще остаюсь святой, I need to confess my sin. Мне нужно исповедовать мой грех. And He is faithful and just to forgive me. Он верен и праведен простить меня. And to clean me from all unrighteousness. И очистить меня от всякой неправедности. But I never quit being special. И я никогда не перестаю быть особенной. That's important for us to understand. Очень важно, чтобы мы понимали это.
God, I'm just special to him. Бог, я просто особенно для него. For me, that is a strong motivation to stay clean. И для меня это очень сильная мотивация, чтобы оставаться чистой. To avoid sin. Чтобы избегать греха. Because I'm special. Поскольку я особенная. Like the most prized dish that that I have in my kitchen. Как и большинство тех особенных блюд, тарелок или сервизов, которые находятся на моей кухне. Okay, so God says, I've called you. Бог говорит, я призвал тебя. And Moses is like, oh, I don't know if I'm the right guy. Моисей говорит, я не уверен в том, что ты выбрал правильного человека. Moses says, they're not going to listen to me. Моисей говорит, они меня не будут слушать. Who shall I say sent me? Who Moses is going to say, who do I tell them is sending me? Что же я им скажу? Кто меня посылает к ним? Moses is starting to understand something about authority. Моисей начинает понимать что-то о власти. Whoever sends you, кто посылает тебя, is the one that's going to make you strong or not strong. Это тот, который сделает, даст тебе силу или отнимет ее. Moses already saw what happened when he went out on his own strength. Моисей уже увидел, что произошло, когда он все делал только по своему желанию. So he wants to know who's the boss of, who's in charge of this deal. И поэтому он хочет знать, кто же босс в этой ситуации будет. And this is where we get our name for God, first name. Где мы узнаем первое имя Бога. I am who I am. Я есть сущий. I am has sent me. Тебя послал сущий. Okay. Moses asks in chapter 4. И в четвертой главе Моисей спрашивает. Moses asks for a sign. Просит знамение себе. Now, you know, sometimes we do ask for signs. Иногда мы просим знамения. I don't believe in this place it's a place where he's acting in faith or unbelief. I don't think Moses is acting in unbelief. Я не верю, что в этой ситуации, что в этом случае у Моисея не было веры. I believe he's more acting out of an awareness of his own ability to misunderstand. Возможно, им двигало, его побуждало его осознание, что он что-то может недопонять, неправильно понять. Moses is growing up. И Моисей растет. Young people think that they will never make a mistake and they're always going to be right. Молодые люди всегда думают, что все будет всегда хорошо, в порядке, и никаких ошибок не будет. And how do we old people know differently? А как мы, которые пожилые или старшие, знаем, что все по-другому? All the times we've been wrong. All of the times we've been wrong. Постоянно мы были неправы. We've learned not to trust ourselves. И мы научились не доверять себе. Moses has learned not to trust himself. И Моисей также научился не доверять себе. So, God says, "What have you got in your hand?" И Бог спрашивает, что у тебя в руке? And Moses says, "A rod." Посох. A rod is a symbol of authority. Посох это символ власти. He's been using it to talk to those sheep. Он использовал его для того, чтобы пасти овец. So Moses said, God said, "Cast it on the ground." И Бог говорит, брось его на землю, посох. Picture of his human authority. Это иллюстрация, это образ его человеческой власти. Puts it on the ground. Брось на землю. It turns into a snake. Обращается в змею посох. He ran from it. Он убегает от него. Good idea. Хорошая идея. He was running from what he could do in his flesh. Он убегал от того, что он мог сделать в своей плоти, по плоти. And I love it that God had it turn into a serpent. И я рада, что Бог превратил посох в змею. Which is one of those pictures of the devil. И это иллюстрация дьявола. The devil will use us when we operate in our own human authority. И Бог будет, дьявол будет нас использовать, когда мы будем действовать по своей силе, в своих силах, в своих желаниях. Поэтому убегать от этого. Нам нужно убегать от этого.
Run from operating in our own human authority. Убегайте от того, чтобы действовать по своим человеческим силам. If you're going to be a man or a woman of faith, если вы хотите быть мужем, женой веры, you need to find those leaders that are trustworthy and submit to them. То вам необходимо найти лидеров, которым можно доверять и подчинитесь им. Now, 1 Corinthians 15 or 16 tells us that we, before we submit to somebody, we need to make sure that they are devoted to the house of God. И в 1 Коринфянам 15-16 глава говорится о том, прежде чем подчиниться кому-то, нужно убедиться, что они посвятили себя Дому Божьему. I tell women, single women. Я говорю одиноким женщинам, девушкам. Before you marry him, you make sure he is the kind of man you're going to be able to submit to. Прежде чем выйти за него замуж, убедитесь, что вы сможете ему подчиняться. If he is mean before you marry him, he will be mean after you marry him. А если он противен, противно ведет себя до замужества, то также будет и после. And any woman who's been married for a while, and all of the divorced women will say, "Yes, pay attention." И спустя некоторое время те, которые уже замужем или уже разведены, они также подтвердят это. Make sure before you because once you get married, we're supposed to submit to him. Поскольку после замужества нам нужно будет подчиниться ему. We get great authority when we submit to authority. И мы получаем большую власть, когда мы подчиняемся власти. And if you're in a, if you are in a congregational, a place of leadership in your congregation, если вы занимаете какую-то лидерскую позицию в вашей общине, you submit to God and you submit to those leaders in that congregation. То вы подчиняетесь Богу и также вы подчиняетесь лидерам в этой общине. In order for it to go well with for you. Для того, чтобы все было хорошо с вами. It's not about him. It's about you. Это проблема не в нем, а проблема в вас. And sometimes that's hard. И иногда это трудно. Because everything your authority does is not going to be right. Поскольку все, что делают ваши власти, не всегда будет правильно. I mean, your God is always right, but sometimes the humans over you are not always going to be right. Ну, конечно, Бог всегда прав, всегда он правильно все делает, но люди не всегда будут верно поступать. But a person of great faith, но если человек правильная вера, submits, то он будет подчиняться. And is more afraid of that human authority being used by the devil. И он будет бояться больше этой человеческой власти, которая используется дьяволом. Than he is of what is happening on the other hand. He's more afraid of his own authority, of that human authority, than he would be if he just stays put and takes the wrong of the leadership. Mm. Father, give her the ways to say it. Just describe it as best you can. You mean when you're using your own authority, yes, or you should run away from that. Убегать от того, чтобы использовать свои человеческие силы, свою человеческую власть, or not. It's better to stay put, even if the leadership is wrong. Чем убегать, даже если лидеры не правы. So once Moses gets this idea, и как только Моисей схватил эту идею, понял эту идею, now God says, now reach up and pick it up by the tail. И Бог говорит теперь Моисею, а подойди, возьми змею за хвост. I ain't picking any snake up by the tail. Что, мне надо змею за хвост взять? But he did. Но он взял. And when he did, и когда он взял, it turned back into a rod. То снова она превратилась в посох. Now he had new authority. И теперь он понимал, что такое власть. Now it's God's authority. И теперь это Божья власть. And from here on out, Moses' authority, this rod is God's authority, not Moses. И с того момента этот посох символизировал не власть Моисея, а власть Бога. Now, look at verse 14. 14. 14 стих 4 главы. Even after the signs, даже после знамений,
Moses still is having a hard time with obeying. Моисею все так же трудно подчиняться. I can't talk well enough. Я не могу нормально говорить. It's hard. Это трудно. It's hard. Это трудно. And it says here, the anger of the Lord was kindled against Moses. И там сказано, что гнев Господа возгорелся на Моисея. Now, it's not anger like I'm going to kill you. Это не такой гнев, я тебя сейчас убью. In our, I don't know how westernized Ukraine is. Я не знаю, насколько много западной культуры переняла Украина. But for those of us that our educational system has been influenced by the Greeks. Но также как наша система образования была на нее оказала влияние греческая система. Греческое мышление. We still confuse Yahweh with Zeus. Мы все еще путаем Яхве с Зевсом. Zeus, make him mad, bam, lightning. Попробуйте разозлить Зевса, сразу молния убьет вас. Yeah, don't make me mad. Не зли меня. I got more power, bam, you're out of here, bam, you're out of here, bam, тебя you're убью, out of here. Тебя убью. That's not Yahweh. Это не Яхве. That is not Yahweh. Это не Яхве. We need to repent of every place we have made Yahweh an idol. Мы должны покаяться всякий раз, когда мы Яхве сделали идолом и сравнивали его с Зевсом. Он не Зевс. His anger with Moses is because Moses is about to miss his destiny. Но он злится на Моисея, что Моисей вот-вот может пропустить свое предназначение. Moses is about to miss the most awesome thing. И что Моисей вот-вот может пропустить самое замечательное в своей жизни. I had a child one time that was like this. In school? Like a little child that was like Moses. И один ребенок мой был так похож на Моисея. We took him to the fair and we wanted him to ride the merry-go-round. You know, where you get on the little horses and you go up and down, and it was fun. Мы взяли его на карусель, посадили его на лошадку, и он катался там. And he didn't want to. А он не хотел. No, I'm afraid. Нет, я боюсь. I had to get angry with him and say, get on that merry-go-round. Я должна была разозлиться на этого ребенка, сказать, а ну давай залазь сюда на карусель. And I put him on there, and he was, oh, this is great. Я его поставила туда на лошадку, он говорит, о, как хорошо. Now see, that's a really small example of where God's angry. It's like, Moses, you're going to miss it. И этот пример похож на пример с Моисеем Богом. Он говорит, Моисей, ты пропустишь все. And I love you too much to let you miss it. Я тебя слишком люблю для того, чтобы просто тебе позволить пропустить это. That's how God is with you. И также Бог относится к вам. He loves you too much to let you miss it. Он любит вас слишком, он вас любит очень сильно, чтобы позволить вам пропустить это. One of my notes here in my Bible, I just love it. It says. Я делаю заметки в моей Библии, мне так она нравится, и там говорится следующее. The anger of the Lord is not to be avoided. Гнев Господень не нужно избегать. It is to be embraced. Но его нужно обнять. For it is God's protective love in action. Поскольку это Божья любовь, которая защищает нас. Don't be afraid of the anger of the Lord. Не бойтесь гнева Божьего. He loves you. Он любит вас. He's your daddy. Он ваш папочка. And he's a good daddy. И он хороший отец. And he's going to show you and insist that you grow up. И он будет показывать вам, и он будет настаивать на том, чтобы вы выросли. So, we know what happens. Мы знаем, что происходит дальше. Moses does go down. Моисей сходит. He confronts Pharaoh. Встречается с фараоном. Over and over and over and over. Снова и снова и снова. But the time finally comes when it's time for the children of Israel to move out. И приходит время, когда израильтяне должны уже выйти из Египта. And they do. И они выходят. With great wealth.
с большим имуществом. Because they asked for stuff from their neighbors. Сколько они попросили вещей у своих соседей. And so they did. This might be a good place to take a break. So why don't we just stop and take a break?